Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале, точнее, вы на канале Винтерспорт Челябинск, где мы делаем обзор на casual шмотки. Сегодня нам поможет дед. Вот, и мы посмотрим, что у нас пришло. Ну, начнем с сумок на Папире. У нас пришли две больших сумки Напа. Это новая коллекция, классика. И первое изделие на Папире — это сумка Беринг. Здесь идут металлические, во-первых, ткань PFC Free. Она также имеет название Tela Pronta Interventa. То есть это итальянская ткань, инновационная, с проклейкой изнутри парафином. И она состоит из хлопка. Делает их Индия. Вот такой вот здесь принт. Краска очень качественная. Ну, про эту сумку можно говорить долго. Вещь крутая. Дед, ты видишь две сумки. Каждая разного объема и дизайна. Расскажи, пожалуйста, какая тебе больше всего нравится и что ты можешь сказать про эти сумки в принципе. Самое интересное, что эти сумки заказал сам Макс Новоселов, профессор, можно сказать, по боевым искусствам, по боевому самбу. Значит, ну, что говорить. На Папире, она есть на Папире. Ну, обе сумки забирает ведь он, однако. Еще бы вот такие бы заказать, но вроде больше не было там. Достаточно объемная сумка с большим карманом. То есть здесь отлично можно носить как раз таки ножи. Вот, есть вот такой маленький карабинчик под, не знаю, под какую-то мелочь. Вот смотри, этот карабинчик сюда можно повесить что-нибудь, закрепить. Да. Потрогай вот эти карабины. Металл. Да, тут даже Макс не оторвет. Молнии UKK Веслон. Они веслоны, это самые такие мощные молнии, восьмерки стоят. И вот такой вот кожух, смотри, как прострочено. Ну, фирменные вещи, тут что говорить-то. Тут все, хоть снаружи, хоть внутри, никаких косяков не найдете. Смотри, как прошито. Да. Что там говорить, в рекламе не нуждаются такие вещи. Самое главное, что это оригинал. То есть оригинал, он и по комфорту, и по качеству чувствуется сразу, что ну вот прям вещь не китайская, да, дед? Да. Также есть вот такой вот, как это сказать? Карабинчик. Не карабинчик, а вот эта пряжка или что это? Ремень. Ремень, вот. Ремень, чтобы через плечо носить. Да. Плечевой ремень. На твоей памяти, дед, были какие-нибудь сумки подобного качества, не на Папире? Да нет, все было так еще поначалу. Сейчас все сильнее и сильнее делают вещи. Прям, ну что это класс. Да, Макс Новоселов будет доволен. Думаешь, да? Ну, конечно. Хорошо, так, откладываем сумку на Папире Беринг. Еще раз хотел бы вам рассказать, что эта сумка, вот они пишут, является символом бренда. И неспроста, потому что первое, что сделал бренд на Папире, это сумку для Арктики, вот для путешественников по Арктике. И назвал ее в честь Витаса Беринга, открывателя Арктики. Вот, можете это погуглить, почитать, это очень интересно. И это первое изделие, то есть это символ бренда. И Макс не зря его выбрал. Погнали дальше, дед. Что про эту сумку скажешь? Она более простого дизайна, да? Это сумка на любителей, камуфляжная. Макс, я знаю, любит такие сумки. Да и не только Макс, сейчас они стали входить в моду, именно камуфляжные. Давай внутри посмотрим на нее. Давай позавидуем, что внутри. Что про молнии скажи? Молнии никогда у вас не сломаются. Это такие неубиваемые молнии. Так, также ремень есть. Что у нас здесь пишут? Ну, лейбы на месте, что. Делает Азия, но фабричная. Китай делает, но это хорошая сумка. Также она изнутри, смотри, с подкладом, да? Вот такой подклад, наверное, непромокаемый, да, дед? Ну, понятно же, все технологии сделаны, чтобы ничего не промокло. Ну, как по маслу идет. Угу. Молния. Как по маслу. Давай, дед. Краш-тест. Делай еще. Закрывай, открывай. Даже усилий не прикладываю никаких. Угу. Как по маслу. Вот также смотрите. Сумка
А задерживать влагу, это нам говорит о том, что она изнутри проклеена и как герметично, вот правильно если сказать. Вот такая вот сумочка. Она, кстати, идет больше, да, объемом? Ну, слегка побольше, да. И она такая, согласен, как прямоугольная, да, больше какая-то? Да что там говорить? Нормально, в общем, дед одобряет. Перехвалим, правда, еще. Модель называется, очень странно, Handoof Reprint Black Camo. Или черный камуфляж. Давай, дед, дальше, поехали, ну по что, жилеткам. Рукавки долгожданные пришли. Конечно, нас их задолбали с ними. Просят их. Имей в виду, дед, у нас есть аж три их размеры SML. А, точнее, нет, MLXL. И они полномерки. То есть жалко, что мало таких взял. Потому что просят и просят именно без рукавки подавай. Вот смотри, это размер XL с рекой здоровой. Ну. А ты посмотри, сколько они весят вообще, ничего. Да, они на весы, если положить, это, вы знаете, достаточно 50 такое грамм. Плотное наполнение. То есть тут не сказать, что они прям тоненькие. То есть это реально на весну осень. Ну давай еще посмотрим, что здесь есть внутри. Во-первых, здесь выбитый логотип, такой вот он, металлическая бляшка вот такая, приятная на ощупь, манжеты на рукавах, а внутри написано Weekend Defender International. Ну, то есть какой-то прикольчик опять от Weekend'а. Приветствую. Так, здрасте. Так, также у нас, походу, подарочная карта фирменная. Да, congratulations, поздравляют нас, что мы приобрели Weekend. Ну, это у всех курток. Ну как тебе, где-то она по пошиву внутри, что скажешь? Ой, мне несмотря на то, что обычно молоденькие ребята любят такие вещи, но я себе одну заберу. Думаешь, возьмешь, да, одну? Да, заберу. А это, что по цвету, ну, скажешь? Прямо прелесть. А цвет электрик, знаменитый электрик. Синий цвет? Да, синий такой. Почему цвет. Почему он знаменитый? Приятный. Ну любят его, такой цвет, называется цвет электрик. А то, что здесь, смотри, хороший контраст, синий и черные молнии. Ну давай, подпить. Можно я себе одну заберу? Можно. Спасибо. Все, ты после съемок, да, ее заберешь? Да, это моя, вот мой размер, как раз все нормально. Давай. Я заберу себе. Молнию кикей. Ну, в общем, что рассказывать, жилетки и есть жилетки, и в Африке жилетки. Ну, хорошие. Так, давай убираем. Дальше у нас пошла куртка, она называется Гвадалахара. Это оверширт. Оверширт – это куртка, точнее рубашка, сделана из курточной ткани. Здесь идет технология а-ля нейлон металл, то есть эта куртка переливается. Вот, смотрите. Она как будто золотая. Да, и ну, такой бронзовый оттенок. И, да, наверное, охра. Да. Скину фотографию в Инстаграм, очень точно такая же была на Лео Грегори. Это актер из «Хулиганов зеленых улиц», у него точно такая же, идентичная, прямо он в ней стоит там с пивом, вот. Покажу вам, увидите, это абсолютно та же модель, вот, и она у нас есть. Какой размер это? Это эмочка, дед. Да, жалко, мала будет. Внутри подклада нет, здесь идет просто такой легкий материал. По цене куртка такая будет стоить 5. А есть два больших кармана изнутри. Одна только такая пришла? Да, ну, одна. Так кто-то счастливчик будет. Да, кому-то повезет. Она кому-то прям повезет, переливается. Шикарная прям. Ну, на лето, да, наверное? Да, да, да. А мне показалось две таких, нет? Нет, одна. Да, кто-то будет обладателем. Ну, это что, дед, прям ходить выпендриваться, походу? Ну, в таких вещах только выпендриваться получается так. Так, вот она. Weekend Offender Guadalajara Охра. Очень редкий оверширт. Вот, вот с таким вот металлическим патчем я на плече. Я таких курток не видал. Да, так их, дед, днем с огнем не сыщешь, особенно сейчас. Погнали дальше, давай, доставай, открывай, дед. Weekend Offender, серо-голубая взрывай. Толстовочка. Подожди. Ова! Ага. Вот она. Сразу ставь акцент. Мяконькая, мяконькая. Приятная, там, да? Прелесть вообще. Очень мягкий хлопок, такая прямо на это. Хочется что-нибудь, как говорится, сказать что-то плохое, но не получается. Хоть
не могу найти плохую вещь здесь. Как тебе подбор вещей, которым я заказываю? Ну чего уже, Саш, ты стал специалистом. Чего будем так говорить? Спасибо. Ты стал специалистом. Она с начесиком, смотри. То есть внутри есть такой начесик. Она не тонкая. Но при этом у ней... ну вот здесь просто вот так выбито хлопком. То есть это больше весна-осень. Ну и летом прохладный, наверное, можно носить. Вот. Цвет приятный, серо-голубой, приятный прям. Он такой цвет. Постельный цвет, да, он такой, да. Глазу приятный. Есть голубой, есть серый, это серо-голубой, вот то, что нужно. Угу. Прям 3500, смотришь. 3500 цена у него, вот. Просто бери, не хочу, действительно. Или размер. Бери, не хочу. Надо же, придумывают же вещи классные. Не, реально хороший идет. Не, на самом деле, я хочу попытаться что-нибудь плохое найти, пока не могу. Давайте дальше пошли по футболкам. Посмотрим футболки. Ну вот белая футболка, как бы для меня она марка, конечно. Это надо ни к чему не прикасаться. Сейчас, хотя сейчас коронавирус, в белой футболке будете поосторожнее ходить. В общем, у нас поступление базовых футболок с клееным принтом Weekend Offender. Это надежные принты, надежное качество. Дед, давай одну откроем для проверки. Ну вот, корона. Белую. Открывай прям, рви. Да как-то неудобно так вот сразу рвать. С другой стороны, вот тут вот клейкая лента. Сейчас у меня руки трясутся, вещи такие красивые. Да, уже не трясутся. Почувствовал качество. Супер. Слушай, ну приятно, хотел, да? Хотел заложить ее, но не получается никак. Саш, хоть что-нибудь плохое есть тут или нет? Не знаю, нет, наверное. Хоть бы что-нибудь плохое привозил бы, блин. Ой, прелесть какая. 2200 футболки стоят, вот. Вы не представляете, какое качество. Да. Просто прелесть. Кайф, да? Это вообще, держишь аж... Вот пальчиком приятно держать. Да, она такая, знаете, как шелковистая, что ли. Мягкая-мягкая, приятная, да. Прям. Но вы можете убедиться, прийти к нам померить, кто в Челябинске живет, а также можете заказать у нас отправка с деком. Такую почтой. И за 3 не грех купить даже. Ну где-то они стоят, да. Где-то по 3 даже. Да, ну вот не зря. Да вот она цена, что говорить. 30 фунтов. Ну это что? 3000. По нынешнему курсу. Я правильно сказал? Да. Три, но это... Как тебе корона вот эта? Тебе нравится вообще логотип Weekend Offender, да. Корона? Это настоящая корона, не коронавирус. Да. Кстати, вот, для всех, кто хочет коронавирус победить, нужно надевать Weekend Offender с короной. Да. Вот они. Тут уже покупатель подошел, я вижу, слева от моей руки. Уже, вот кто, он, уже тот... кто-то намечает. Да. Он уже давно тут стерегет эти вещи. Размеры расскажите, пожалуйста. LXL. Возможно, сейчас даже продадим. Кому-то повезет. Вот он подошел с лакостой на груди. Вот он выстреливает. Хорошая будет, похоже. Кусочка. Хорошая есть? Для них, да. Стромно. Есть? Классная, прям потрогай. Это мягенькие, просто прелесть. Есть возможность подумать. Ну, тут думать-то нечего. Сейчас набегут ребята золотые, молодежь золотая. И заберет, и да, будет все? Поздно. Ну, давай, расставь места футболкам. Так, а футболочки, что еще, ребятки? Да там много чего. Дед, ну, ладно, расставь места футболкам. Первое место черное занимает однозначно. Так, дальше. Вторая. Вот прямо два одинаковые, наверное. Черное первое место плотно идет. Плотно на первом месте. Второе идет белое. Второе место белое занимает. По дизайну. Угу. Третье темно-синее с белым. Угу. Вот так я места расставляю. Себе какую бы ты взял? Ну, конечно, вон ту черную. Первое черное место. Кто занял первое место. Ну, вот который парень-то сейчас стоял тут. Угу. Он уже закусил на черную. Глаз положен уже. Но есть еще черные, если ребята кто-то захочет купить. Да, у нас не обидно было. Есть черный LXL, синий LXL, а белый ML. Всех вот. Футболок по 2 штуки. Да. Вот. Так что, ребята, торопись, покупай живопись. По-другому это не назвать вещь.
В общем, это было наше обновление по Weekend Offender. Всем большое спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас. Всем удачи. Пока, дед. Да. Всем хорошего настроения. Вон деда покажу. Ну что ты, дед, передай привет. Кстати, да. Тебе люди с ЧТЗ тебя смотрят и говорят, мы покупали на ЧТЗ, передайте деду привет. Вот мы передаем. Дед, ты можешь ответ надать. Ну, взаимно тоже передаю привет моим покупателям. Я очень рад, тронут, что меня еще помнят. А сейчас еще и приглашаю за покупками. Да. Вот. Спасибо, до свидания. Спасибо.